Где мы вообще находимся? Я даже не понимаю. Ребят, я не в курсах. Ну, типа, Плейтаун. Здесь играют в этом маленьком городке детишки. Я не могу! Я не могу выйти! Да в смысле? Я что, настолько широкий? Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с вами начинаем играть в новенькую игрушку под названием Playtime. Да, ребята, это что-то наподобие Poppy Playtime, а-ля Garten of Banban. Еще плюс какая-то тоже выходила игрушка, прям тоже похожая. В общем, тоже в раннем доступе. Я так понимаю, опять же, главы будут. Поэтому давайте поглядим. Папа Клэр. Игровой городочек закрыт. Но, папа, я... Что-то там про мамочку было. Он, короче, не увидел. Ну ладно, хотя, возможно, это очень важно для сюжета. Важно для сюжета Playtown. Джамбо Джош там был или чё? Чё-то не понял я. Чё это сейчас было-то? Так, окей, ребята. Блин. Офигеть. Офигеть, ребята, я не знаю, я сейчас вижу чисто Poppy Playtime, реально, погляди. Погляди, даже вот эта плиточка, я не знаю, я прям первым делом обратил вот эта стоечка, да? Офигеть. Динозаврик. О, нормально. Я так понимаю, это, скорее всего, и будет наш первый монстрик. Хотя, помнишь, в Poppy Playtime тоже там, кстати, это, динозавр был, между прочим. Так, открываются. Ух, нифига себе, это что такое? Это что такое, друзья? Рис? Ничего себе, нормально. Хотя, кстати, самое забавное, что он просто проходит через эти кучи. То есть, как бы, не становится там выше как-то. Не, он спокойно, он просто проходит и все. Ля, в бочках рис. Ё-моё, я думал, хоть квас там будет. Нет, ребята, рис, всего лишь рис. Ну, графончик, кстати, неплохой. Вот для начала, в принципе. Так, что по туалету? Туалет тоже закрыт, смотри-ка. Не дают нам пройти, но зато в офисы можно зайти. Поверни эту кнопку, чтобы активировать что-то. Это кнопка? Ля, это пуговица получается, да? А это вообще, по-моему, значок, знаешь, из Windows Vista. По-моему, так. Капец. Такс. Не, ну, в принципе, нагнетает немножечко. А запомни, пей воду. Давай, братиш. Лучше дринк квас, конечно же. Ля, мышки. Не, ничего не работает, смотри-ка. Ладно, все, окей. Побежали дальше. Давайте поглядим. Открылась дверь. Все, понял. Я не знаю, есть ли тут какие-то секретики, ребят. Но сейчас будем, если что, глядеть. Ну-ка, давай, погнали. Найс. Ну давай начнем с этого. Давай начнем с этого, наверное. Кристальная машина. Так, тут походу... Они уже есть или нет? Нет, нам прям намекают, как будто надо найти кристаллы. Ладно, понял. Давай смотреть. Какой-то переулок вообще. Где мы вообще находимся? Я даже не понимаю, ребят, я не в курсах. Ну типа Playtown. Здесь играют в этом маленьком городке детишки. Я не могу! Я не могу выйти! Да в смысле? Я что, настолько широкий? Вот это я сейчас обкекался, конечно. Ребята. Я не знаю, я полные штаны по ходу кирпичей сделал, ребята, не смог пройти просто даже. Ладно, я понял. А чё, типа, не будет его второй раз? Погоди, 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 погоди. Ладно, окей. Окей, надо было, видимо, сюда побежать, ребята. Я не знаю, блин. Но зато мы скримак посмотрели, да. Мы посмотрели скримак с тобой. Динозаврики. Что происходит? Это что, пила? Это чё, блин? Сейчас было нафиг! По звукам, как будто реально уже тут.
Так, короче, надо вот так вот скакать, да? Ну да, в принципе, нормально получается. Так, сюда. Что это такое лежит? А, зуб Дино. Оу. А, там, смотри, там еще как, короче, какая-то штука. А как к ней подобраться? Вопросик. Прямсик. Ребята, раз, два. Да есть же, ребята, да есть же, спокойно. Ля, 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 что творит? Упс. Все, отлично. Собираем эти зубы. Я даже не знаю, ребят, зачем это нам. Короче, видимо, в будущем пригодится. Жесть. Кто-то дракоши Тоша повырывал все зубки, чтоб не кусался, видимо. Хотя вот, кстати, он нас спокойненько просто раз, раз. Ля, смотри, сколько их. Так, еще нашли. О, оу. А, найди 10 тирекс зубов, чтоб, короче, чтоб пройти дальше. Я так понял. Вот эта вот штучка неспроста. Там, видимо, что-то будет открываться. Наподобие дверьки там какой-нибудь или что-то такое. Тут я, кстати, не вижу никаких зубов. А, нет, стой, 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 как же я пропустил, смотри-ка. Есть еще один. Еще один, боже мой, ребята. Все, должен какой-то звук издаться, не? Или еще где-то есть, господи? Где-нибудь между мусоркой или что? Мы могли где-то пропустить? На столе, на столике. В любом случае, давай-ка попробуем. Не, она не жмякается пока что. Уи. Во, вот я же сказал, можно. Я же сказал, можно, короче. И вот он, зуб, есть же. Отлично, отлично, отлично. Я не знаю, почему я там не мог сразу. Такс. О, полюбасу здесь. По-любому, по-любому они такое сделали. 100%, ребят. Что надо найти? Не? Блин, это было бы прикольно. Вот это, кстати, было бы прикольно очень. И забавно, ребят. Сюда, иди, блин, говнюк. Ну все, ну хорош. Все, нашли, 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 нашли. Погнали, 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 погнали. Давай, let's go. Все, ну точно, точно, точно все заработало. Опа, чего? Это как будто уже какой-то Dark Deception начинается, ребят. Так. Найс. Все, я слышал, что-то открылось. Что у нас там открылось, ребята? По звукам что-то там было. Тут ничего такого нет. Видимо, дальше. Ты что? Поглядеть вообще, что там. Пусто? Пусто, ребят. Прямс. Все, разогнались, 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 пацаны. Разогнались. Текс, текс. Сейчас аккуратно, погоди. Ну давай, 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 ну чуть-чуть сюда. Не, ладно, ладно, ладно. Давай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тихо, 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 тихо. Стоим, 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 стоим. Есть, все, найс. Так, окей. Короче, мы достали кристалл. Мы достали кристалл, ребятки. Все, найс. Погнали. Супер. Ну, это, я так понимаю, потом нам придется немножечко там идти. Окей. Угу. Давай сюда забежим. Поглядим, что у нас вообще здесь. Оу. Красное точно нет. Зеленое, да. А оранжевый 50%. А что будет? Погоди. Фига там сосало меня. Как трубочка чисто какая-то. Так, ладно, я понял, от трубы к трубе. Ну, рандом, чисто рандом. Окей, запоминаем, запоминаем, ребята, раз.
Сюда. Так, точно нормально. Блин, давай, наверное, сюда пойдем. Фух. Сюда. Потому что привык как будто вот... Ладно, окей, тихо. Все, найс. Не надо, бро. Так он там ходит, нифига. А мне что теперь делать? Пойдет. Все, отлично. Шкаф кто-то измазал. Заметили? Там, короче, другие игрушки, но в основном играют именно с динозавриками. Ну, мы поняли, кто тут главный. Оу. Ух, блин, чувачок! Ты что, и за пиранью тоже? Так, я понял тебя, ладно. Все, понятно. Вот это морда, а. Короче, водичку ни в коем случае не вступаем. Все, отвали. Что это за капля? Так ничего нету. Все. Стэкхаус, ну давай. Что у нас тут? Мне что-то надо... А, во-во-во. Сливаем воду. Можно, пожалуйста, пройти, не? Что-то какой-то маленький. Вообще, капец, что это такое? Что за фигня происходит? Ну что, дружище, нельзя? Так, интересно, сейчас я в воду могу заходить? Тихо. Спокойненько. Ух. Вот что открылось, ребят, опять. А, ну тут в принципе-то. Да, вот тут вообще изи. Все понял. Тут изи. Да ну нафиг. Не переживайте о ваших детишках. Понял? Я понял все. Еще зуб? Ладно. Какие-то бумажки, отчетности. Опа. Опачки. Мяско. Да есть же, ребята, да есть же, вот она. Да вот она, блин, спряталась такая хорошая. Хорош, и что теперь? Так, поджигаем. Воу. Нормально. Костерочек, блин, разожгли внутри здания. Ой, походу, пацаны, валить пора! Мяско свежее! Брат! Я, что ли, мясо? Ты чё, блин? Так, сюда. Так, слава богу, тут вообще все быстренько. Ни хрена себе, ты быстрый какой! Быстрей. Так, а ты сюда зайдешь? Ха-ха-ха! Отлично, найс. Ладно, не буду его дразнить. Окей. Ну что ты, брат, ты можешь пригнуться и все. Ладно, хорош, мы это сделали, ребятки. Все, найс. Так, кристальчик на место. Все. И теперь у нас последнее осталось. Так, здесь мы были. Давай поглядим, что у нас здесь. Воу. А это что такое?
Какая-то тренировочка, там написано три вещи, которые вам надо знать. Не возвращаться, что? Ага, я понял. Нам нужна какая-то карточка или... Что нам нужно? Ну-ка, погоди-ка, погоди. А чё? А, кристалл! Алмаз даже, прикинь. Вот это да. Все, я так понимаю, сейчас зайдем. Пройдем. Окей. Ничего себе, блин. Ладно, спасибо. Что, сюда только богатых детишек, что ли, впускают? Пол, это лава? Челлендж первый? От Владика А4, что ли, у нас тут сейчас будет? Ёкарный бабай, ничего себе, блин. А главный приз, мы там с Владиком встретимся, что ли, или что? Ух, блин, вот это вот мне не нравится нафиг. Влад А4 именно. Устраивал бы такие челленджи. Ладно. Это не настоящая лава, ребят, конечно, нет. Это просто проекция, там все дела. Не переживайте. Так, тут надо прям разогнаться. Все, хорош. Найс. Фух, хорош. Возьми перерыв. Скушай твикс, да? Челлендж 2. Голодные львы? Да ну нафиг, блин. Они что, живые, что ли? Здоровые? Да ну нафиг, не верю. Оу. Оу. Реально скелеты, охренеть. Ёкарный бабай. Да ну нафиг. Нету тут львов никаких. Я так и думал. А файлинг... вот это мне не очень нравится. Что будет у нас сверху? Наковальня. Да ну... Да ё, это как в мультике, что ли, каком-то? Нифига себе. Так, я немножко... Обосрался, конечно, ребятки. Ё-моё. Ладно, ладно, ладно. Понимаю. Короче, аккуратно. Это знаешь, как в мультиках постоянно происходит. Такс. Опять наковальня, аккуратно, ребят. Так, а чё, она ж никак. Она на одном месте, чё я боюсь-то? О. Ой, братан. О, наковальня, братик! Наковальня! Ты что, дурак? Осуждаю. Что это? Что это нафиг сейчас было? Офигеть. Это шары, конечно. Он просто подошел к ней и стоял, и ждал, когда же она, когда она. Чё это вообще нафиг было? Ладно, окей. Ну, что я вам скажу, первая глава, в принципе, ну, неплохая, я не знаю. Ну, надо расти, бро. Надо, чтобы именно в следующей главе там что-то очень-очень интересное было. Если разработчики хотят, чтобы именно конкуренцию составлять Poppy Playtime, Garten of Banban... То есть, как бы, ну... Все, прикинь. Это все, мы прошли игру уже. Такая маленькая она. И все. Ай. Тихо, тихо, аккуратно. Мне кажется, если так пробежать, 100% может это... Так, может львы появятся сейчас? Да, не... Пес. Блин, ну тут придется немного поскакать. Ребята, опять челлендж надо сделать. Блин, вот тебе и типичные обе в Роблексе. Опс. Рямс. Все, ребят, похоже, мы сделали это.
Так, это у нас трубы как раз, нам туда. Ну что? Опс. Что сейчас будет? Что сейчас будет, ребята? Мистер Хамптон. Это верблюд? И в нем ножка, много глазочков всяких различных. Че это такое? Что-то капец шатает. Что происходит? Дружище. Офигеть, осторожно, еще. Еще плюнет, не дай бог. Я так понимаю, это ульта у него будет. Стеги. Ладно, понял. А это что такое? Бутылочка класса? Ой, блин. Походу, мы совершили ошибку. Мы совершили ошибку, ребята. Это был не квас. Совершенно это, похоже, не квас был. Ой-ой-ой-ой, осуждаю. Что тут произошло? Ты посмотри. Это метод деления, типа, да? Запомните, пейте водичку. Ладно. О! О, на выход. Господи, я вот так вот сделаю, прям. Ну ты понимаешь, немного мыла, когда вот так делаешь. Я подумал, господи, монстр стоит, а это покрышки. Покрышкин. Господи, мне показалось, чьи-то ножки. Это бревна. Покрышки. Боже, как это. Как силуэты прям влияют, да? Так, ну концовка, кстати, прикольно берет, музыкой особенно. Окей. Фоточка на память, как говорится, счастливая семейка. Найс. Детишки в Плейтауне, да, они все довольны. Вечеринка, я смотрю. Нифига себе, а можно меня тоже туда же? Короче, пока детишки, так сказать, в Плейтауне, родители могут спокойно повеселиться. Все хорошо у них, но что-то случилось не то. Что-то... Ай, пили, бухали, ребят, осуждаю максимально. Это история. Что случилось с мамой, папа? Да шо, да на в клубе там немножечко. Случилось. Трямсик один. Не переживай, родная. Так, а что у нас тут? Ну, полюбас нам сюда. Там просто дверь вон там вот была. Просто думал, что-то обойти, может, что-то интересное. Нам сюда, видимо. Ух, нифига себе, это что там было? Это что за чувырла там была? Все. А прикинь, это вся игра. Прикинь. Блин, не, ну... Ну, было, в принципе, интересно, но... 300 рублей это... эта штука стоит. Понимаете, в чем прикол? 300 рублей. Вот. Ну, ребят, лайкосик завозите, залетайте в Телеграм. Будет очень приятно. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.